Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области обратились к жителям региона с призывом соблюдать требования пожарной безопасности. Как отмечают ведомства, за минувший месяц в Верхневолжье произошло более 460 возгораний сухой травы. Общая площадь пожаров составила около 1000 гектаров. Ежедневно пожарные отделения выезжали на места возгораний по 40, а то и 50 раз, и только благодаря самоотверженности огнеборцев удалось избежать человеческих жертв. Вместе с тем, с 1 апреля на территории Тверской области введен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещены разжигание костров и пал сухой травы. Нарушители будут привлекаться к административной и уголовной ответственности. Призываем вас ни в коем случае не сжечь костры, ни в коем случае не сжечь сухую траву, которая может находиться у вас на участке. Призываем всех провести в эти выходные субботники. Убедительно просим вас соблюдать все требования пожарной безопасности, дабы не допустить трагических последствий пожаров.